не укладывается в обычные стандарты. Именно для меня Аскалини делает не обычную обувь, а с увеличенной полнотой. Мне удобно, комфортно, и я просто летаю. 3 и 4 сентября в честь открытия каждому покупателю подарок. Приходите. Красный проспект, 87. Скажем нет переплатам. Магазин Мутон Люкс предлагает беспроцентную рассрочку от магазина на мутоновые, норковые шубы и меховые жилеты. Вашим сердцем в тон. Новость для тех, кто хочет похудеть. Центр доктора Гаврилова объявляет набор на программу снижения веса. Я приглашаю всех желающих на первое бесплатное занятие. Хватит ждать. Снижайте вес ради легкости и здоровья. Звоните 201-8505. Здравствуйте, вы смотрите прогноз погоды на канале Энск-49. Фронтальная система задерживается на юге хребтами Алтая, а на равнины к северу и западу выходит прохладный антициклон, который будет прогреваться в последующие дни. Далее о погоде более подробно. В среду 31 августа в Новосибирске погода ожидается без существенных осадков. Скорость северо-западного ветра 3,8 метров в секунду с порывами до 14. Похолодание. Температура воздуха в темное время суток составит плюс 6-8 градусов. В дневные часы воздух прогреется до 14-16 выше 0. Центр антициклона займет юг Западной Сибири. Установится сухая и прохладная погода. 1 сентября ночью 3-5 тепла, местами на почве заморозки до 0 минус 2. Днем 16-18 градусов. 2 сентября в ночные часы плюс 4, плюс 6, в низких местах на почве заморозки 0, минус 2, в дневное время 20-22 градуса выше 0. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. Это вся информация о погоде. Я с вами прощаюсь. Желаю хорошего настроения и удачного дня. Вы не были в Кольцово? Здесь так здорово и ново. На площадках мы играем, кормим белок, мяч гоняем. Хочешь нашим стать соседом? Ты в проспект, скорее спеши. Или номер набери 3-3-6-7-6-7-3. Компания Global Drive объявляет распродажу. Только сейчас самые низкие цены в году на корейские лодки ПВХ и Рибы, лодочные моторы и квадроциклы. Испытайте адреналин и полный драйв на технике от компании Global Drive. Смотрите по 49-му. Сибирские водители видят наши дороги такими. И что делается? А ездить хотят по таким. Но ведь именно в тихом омуте черти водятся. Преступники находятся в автопоезде. Вооружены. Организовать задержание. Так что крепче за баранку держись, шофер. Борис Химичев, Юрий Назаров. Двойной обгон. В воскресенье в 21:30. Кино по-нашему. По 49-му.